Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам о фауне антарктических морей. Ледяные, овиваемые ветрами водные просторы вокруг Южного полюса кажутся негостеприимными, но они полны жизни и дают приют микроскопическому планктону и гигантским китам. Очертания берегов Антарктиды меняются. Континент покрывает ледниковый щит толщиной в несколько сотен метров, который многокилометровыми языками спускается в море. На окраинах ледник беспрерывно разрушается, от него отламываются ледяные глыбы и превращаются в айсберги. Моря вокруг Антарктиды скованы льдом, толщина которого зависит от времени года. Летом подо льдом находится площадь 4 миллиона квадратных километров, зимой 20 миллионов квадратных километров. Весной лед начинает лопаться и превращается в плывучие льдины. В отдаленных от Южного полюса районах поверхность моря никогда не покрывается льдом. Холодные морские течения здесь протекают в северном и западном направлениях. Между 50 и 60 градусами южной широты они встречаются с теплыми течениями. Их влияние на окружающую среду уменьшается. Это циркумполярное холодное течение называют течением западных ветров. Оно опоясывает земной шар, образуя естественную границу антарктического региона. Условия внутри этого кольца благоприятны для жизни животных. Холодная морская вода насыщена кислородом. Наибольшее число видов встречается в прибрежных водах, поскольку они хорошо прогреваются. Ежегодно от ледников Антарктиды откалывается и уплывает в открытое море около 2000 кубических километров льда. Ледяные плавающие глыбы называют айсбергами. Огромных размеров льдины обламываются на окраинах ледника, кромки которого возвышаются над морем на огромной высоте. Многие айсберги достигают нескольких сот метров в ширину, а большая их часть, а точнее 7/8, находится под водой. Поэтому они представляют очень серьезную опасность на пути следующих через антарктические широты судов. В 1956 году наблюдалась особенно крупная льдина, которая была 335 км длиной, 97 км шириной и по площади равнялась территории Бельгии. Многочисленные айсберги, уносимые морскими течениями, плывут от Антарктиды, постепенно разрушаясь и тая. Некоторые при этом приобретают причудливые формы, к примеру, дворцовых башен или животных. Скорость таяния айсбергов зависит от их величины и от того, в каком направлении они плывут. Однако все они, перед тем, как полностью исчезнуть, живут несколько лет. Айсберги плывут со скоростью почти 13 км в день. Самые крупные их обломки могут достигать северной границы распространения льдов. Таяние льдов – одна из причин повышения уровня воды в мировом океане. Для выживания в ледяной воде животные должны обладать специальными приспособлениями. В крови многих антарктических обитателей содержатся вещества-антифризы, защищающие организм животных от переохлаждения. У млекопитающих развит также толстый слой подкожного жира. На север, дальше всех млекопитающих, забрался тюлень Уэддала, который выживает даже в покрывающемся зимой толстым льдом море. От переохлаждения его защищает толстый слой подкожного жира. Тюлень мощными челюстями способен прогрызть во льду отверстие, чтобы вдохнуть в легкий воздух перед очередным нырком. Питается он в основном крылем. Детеныши тюленя нередко становятся добычей морских леопардов, хищных ластоногих, разоряющих также пингвиньи колонии. Летом в антарктические воды заплывают синие, горбатые и гладкие киты, чтобы вдоволь наесться креля. Накопив жировые запасы, киты отправляются в теплые воды на места размножения. На островах вокруг Антарктиды гнездятся многомиллионные колонии морских птиц. Пингвины – символ Антарктиды, образуют многотысячные колонии. Здесь обитает 6 видов пингвинов. На побережье можно повстречать пингвинов Адели. Самые крупные императорские пингвины достигают 1,2 метра в высоту, а их вес около 43 килограмм. К местам гнездования пингвинов для того, чтобы полакомиться их яйцами, прилетают большие поморники. Это настоящие морские разбойники. Действуя в паре, они преследуют мелких млекопитающих, а у птиц отнимают добычу. Кроме периода гнездования, здесь встречаются странствующие альбатросы и гигантские буревестники.
Поморники, крачки и чайки живут у побережья круглый год. Плотное оперение защищает этих птиц от потерь тепла, но их голые ноги плохо приспособлены к плаванию в ледяной воде. Прибрежные воды Антарктиды по густоте населения представляют совершенную противоположность ледяной пустыне континента. В морских глубинах кипит необыкновенно богатая жизнь. С началом летнего таяния льдов на поверхности воды бурно расцветают микроскопические растения, образующие фитопланктон, являющиеся пищей для криля и других мелких ракообразных – каракатиц и рыб. Криль – это морские рачки отряда эуфаузиевых, самые многочисленные животные в районе Южного полюса. Криль питается исключительно растительным планктоном и служит пищей многим животным, которым для поддержания жизнедеятельности необходим белок. Прибрежные воды Антарктиды, где в большом количестве скапливаются органические остатки, населяют многочисленные беспозвоночные. Здесь обитают морские ежи, асцидии и моллюски, кормящиеся детритом. Живущие здесь рыбы относятся к холоднокровным животным. Температура их тела меняется в зависимости от температуры внешней среды. В крови рыб семейства тресковых содержится особый антифриз. Благодаря ему температура их тел повышается. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на наш канал, оценивайте ролик и оставляйте к нему комментарии. Впереди еще много интересного!